три, два, один. Это событие уже назвали историческим. Главная футбольная награда торжественно выставлена в специальном шатре на площади перед стадионом футбольного клуба «Краснодар». На церемонии присутствовали представители Международной федерации футбола, Оргкомитета «Россия-2018», администрации края, ветераны кубанского футбола, юные игроки местных клубов. Кубок чемпионата мира по футболу 2018 пробудет на Кубани до 26 ноября. Жители нашего Краснодарского края не только увидят вот этот кубок или видели этот кубок на экранах телевизоров или на страницах журналов или газетах, но все желающие смогут подойти к нему, сфотографироваться, и это останется на всю память в истории не только этого болельщика, не только этого ребенка или взрослого человека, но и его семьи. Я уверен, что Краснодарский край проведет игры чемпионата мира, те, которые будут проходить на стадионе «Фиш», на высочайшем уровне. И мы достойно организуем встречу команд, которые будут проживать на территории Краснодарского края в базах размещения команд. А у нас таких 8 баз размещения команд. 2 в Анапе, 2 в Геленджике, 2 в Краснодаре и 2 в Сочи. С праздником всех! Уже 1 декабря состоится финальная жеребьевка и станет известно, команды каких стран будут тренироваться на российских стадионах, в том числе и в Анапе. Напомним, 2 тренировочные базы строятся в селе Витязево и станице Анапская. Это будут современные поля, соответствующие мировым стандартам ФИФА. После Мундиаля они будут переданы муниципалитету, и анапские футболисты получат в свое распоряжение тренировочную базу самого высокого уровня.